Любимые мои дорогие мастера, сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и у меня очень интересное видео. Я открываю посылочку с материалами, которые мне прислали вот в такой очень красивой упаковке. Уже приближается весна, и, наверное, хочется радовать друг друга, поэтому мне сделали вот такой подарочек. Давайте мы сейчас с вами сделаем обзор, что у меня тут спрятано. Итак, открываем. Очень хорошо все упаковано. Так, здесь фирма Be Perfect. Давайте будем знакомиться. Обезжириватель с ароматом карамели. Далее, праймер с ароматом шоколада. Если честно, у меня нет в фирме таких запахов, поэтому это было бы очень интересно. Но я предпочитаю более цитрусовые запахи. И с запахом грейпфрута у нас есть крем-ремувер. Давайте мы сейчас откроем, посмотрим грейпфрут. Вообще, я обожаю грейпфрут на самом деле. Цвет очень насыщенный, но, конечно, цвет нам не говорит особо ни о чем. Пахнет очень приятно. Как работает, я вам чуть-чуть позже расскажу, потому что еще не тестировали именно этот кремовый ремувер. Запах очень приятный. Следующее. Для себя открывала, попробовала реснички. Достала одну ленточку. Очень черная, толщина 0,07. Ровный срез, то есть ресничный край здесь очень ровный, срезанный. В наращивании для мастеров это удобно, потому что получается красивая ровная ресничная линия, если вы придерживаетесь всех правил. Следующее, что есть здесь еще из материалов? Конечно, у нас есть три клея, тоже пока не могу вам ничего сказать, потому что не открывали его для теста. Есть вентилятор. Очень актуально, идет теплый летний период, и вам обязательно понадобится что-то для того, чтобы убирать максимально быстро пар испарения от глазика вашего клиента. Он работает на батарейках, также существуют вентиляторы от USB, какие работают. Тут выбор за мастером, как ему будет удобно уже. Следующее. Наборы по ламинированию ресниц. Здесь огромный плюс этому бренду, потому что не поленились, постарались, сделали универсальную оригинальную упаковку, очень яркие оттенки и хорошо все написано. То есть написано питание и блеск, объем и изгиб, то есть мастер никогда не перепутает, какой состав за каким наносить. Ну и также здесь есть распознавательные знаки, первый, второй, третий состав. 5 мл вот такой фиксирующий клей. Все, еще раз хочу вам сказать, что фирма Be Perfect я буду немного позже тестировать. Сейчас мы делаем такой обзор. И вот самое интересное, что я держу в своих руках, это книжечка «Теория по ламинированию ресниц». Она достаточно объемная. Давайте мы посмотрим от автора. Автор у нас это Святослав Верт, владелец торговой марки Be Perfect. И я вам хочу сказать, что просмотрела книгу, мне было очень интересно. Если вы хотите заниматься ламинированием ресниц, в вашем арсенале должна присутствовать такая книжечка, потому что все подробно описано. И в таких интересных зарисовочках много картинок. Очень много картинок вы можете для себя открыть много нового. Поэтому, если вы занимаетесь ламинированием ресниц, здесь представляются также материалы Be Perfect. То есть книга авторская, поэтому материалы, конечно, тоже они на своих рассказывают. Смотрите, какая она яркая. Я обязательно вам оставлю ссылку внизу под видео, если захотите себе. Как бы вот я считаю, что книга — это багаж знаний просто. Я очень много читаю книги там по психологии разные. Конечно, чаще всего я это делаю через телефон, просто листая, как бы пролистывая, либо слушаю какие-то аудиокниги. Но приятно, когда у мастера в кабинете по наращиванию ресниц в арсенале стоят вот такие вот книжки. То есть даже сами клиенты, когда будут заходить, мне кажется, они будут ценить это, потому что это тематическое наше. Если вы в кабинете даже как аксессуар просто будете ставить вот такие вот разные штуки, это будет украшать и придавать красивого интерьера именно вашему кабинету, либо вашей студии.
Одно из самых основных и любимых материалов наращивания ресниц – это клей, поэтому сюда хочу сделать чуть больший акцент. У меня есть прозрачный клей, есть клей Альфа Плюс и есть клей просто Плюс. Разница во времени. Клей Плюс – это максимально быстрый клей в этой линейке, который срабатывает в течение полсекунды. И Альфа Плюс клей – это клей односекундный. Давайте теперь посмотрим, как они упакованы. На упаковке мне все их нравятся. Они достаются. Здесь есть сменный носик и игла для клея. То, что обычно необходимо мастерам. Следующий это Альфа Плюс. У нас чуть-чуть другая упаковка, но все те же материалы здесь тоже присутствуют. Мне интересно, какой он на цвет. Поэтому мы сейчас его откроем и по скорости посмотрим тоже, как он работает. Для этого у меня на руке есть реснички. Итак, хорошо запакованы герметично все клея. Делаем волшебные движения. Я специально взяла патч для того, чтобы была белая основа такая. И взболтали и капнем его. Он очень черный по структуре. Еще пару капелек сделаю, чтобы понять. Жидкий. Умеренно жидкий, не могу сказать, что сильно жидкий, хорошо держит горошинку, поэтому мастерам будет с ним удобно работать. А какой он в работе, мы сейчас проверим. Итак, берем реснички. Снимаем прядь ресниц. Формируем пучочек. И макаем в клей. Такой пучок у нас получился. Давайте мы его где-то здесь и поставим. Клей, в принципе, срабатывает достаточно быстро, потому что пучок не схлопнулся. Это клей от фирмы BePerfect, называется Plus. Я думаю, что для мастеров-профессионалов. Дорогие мастера, я делала обзор на фирму BePerfect. Очень все выглядит эффектно и красиво. Как материалы ведут себя в работе, нужно тестировать дальше. Всю необходимую информацию я оставлю вам внизу в видео под ссылочки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч в новых видео. Пока-пока!